В общем, я тут покумекал и решил, что вот так пойдет. Ну, так как я настроил звук. Не уверен, что будет слышно нормально. Ну, не хочу с этим возиться, на самом деле. Пойдет так. Окей, попробуем сегодня добить, значит, Resident Evil Zero. Я уже прошел успешно половину игры. И вдруг на меня тут нахлынула грусть, печаль, одиночество, скука. И надо, думаю, записать что-нибудь я такое. От безделья. Просто от безделья. Хотя делов у меня по горло, но делать ничего не охота. Охота сидеть, блять, на попе ровно и играть в игры. Думаю, давай я этим займусь сегодня вот. Да. Загрузить. Специально по этому поводу, что я сегодня буду записывать вот это говнище, я даже поменял геймпад, блять. Старый свой сломанный выкинул нахер в помойку. На самом деле это неправда, потому что я его не выкинул в помойку. Если даже я его когда-то выкинул в помойку, я первым делом его разберу, потому что таких, блин, этих, как это называется, корочки, корочки, оболочки, больше нету таких геймпадов. Я себе корпус его оставлю, все остальное выкину в чертям. Вот, взял новенький геймпадик, теперь будет все гладенько, идеально и управляться. А то писец. Я уже пару раз тут коньки откинул. Из-за дурацкого, блядь, сломанного стика, который вечно идет вперед. Это стоило мне 50 минут. 50 минут, блин, перепрохождения этого говнища. Так, что мне делать там вообще? Билли. Так. Что бы с тобой сделать? Не-не-не-не-не. Follow me, да. Нечего тебе тут делать, Билли. Да, со мной походим. По-моему, громко слишком игра. Надо было все-таки потише сделать. Но это не точно. Так, в церкви кушки. Церквушки. Церковь. Так. Короче, все. Ты стой здесь, а я пошла. Я, значит, такая улепетываю от тебя подальше. Чтобы глаза мои тебя не видели, больше били ты. Этакий. Нормально. И вот мы уже на крыше дома моего. Тыщ, тыщ, тыщ. Так. Да! Главное, гарпун пригодился. Я с самого начала знал, что он еще для чего-то нужен. Он не должен быть только применяться в поезде был. Слишком уж он подозрительный. Так, что тут у нас имеется? А имеется у нас здесь травка. Травка, плюс открыл я с этой стороны дверь. Нет, зачем ты, блядь, вышла? Ёбаная дура, я думал, ты просто эту щеколду сраную откинешь. А, ну ладно. What the fuck, зачем надо было анимацию делать двери, если она все равно распахнута будет? Не понимаю. Похоже, это рубильник. Управление питания лифта. Да, поднять рычаг. И куда этот лифт меня приведет? Билли. Мне страшно. Билли. Блин, нужен мне еще этот гарпун сраный или нет? Вот честно, вот без понятия выбросить. Ну блин, если бы он мне не нужен был бы, мне бы, наверное, никак сказали об этом. Типа, эта штука бесполезна, выкиньте ее. Я бы выбросил. Ну как с ключами? Как во всех нормальных играх. Эх, фиг ли я буду с ним ходить попросту. Попросту. Попросту занимая ячейки. Ячейки. Так, пили, давай.
Че, поехали? Так, follow me. Как нажать на кнопку? Окей, он сам, не надо нажимать на кнопку. Куда этот лифт может вообще вести? Только под землю. Да? Походу мы вниз и идем. Все? И мы в жопе мира, как обычно. Страшно, сыкотно. Вот убили, ячеек нет пустых. Инвентаря. Короче, я пойду, да, посмотрю. А ты стой здесь, бабища. Лестница, которая ведет наверх, обрушилась. Ее нельзя воспользоваться. Хорошо. Я как бы и не собирался назад возвращаться. Обратной дороги нет. Что тут у нас? Лекарство. Окей, я вижу таблеточки. Я вижу какого-то черного негра. Черного негра. И записька. Записька. Дневник Маркуса 2. Страницы отсутствуют. Вероятность угрозы невелика. Малышей специальную капсулу. Держать ее при себе довольно опасно, поэтому решил оставить ее здесь. Хочешь прятать листок, отнеси его в лес. В лес, значит, ничего, в лес надо идти. Открыть капсулу можно только с помощью специального разделительного вещества. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Не догадывается, как это сделать. Спенсер. Окей. Ты меня не укусишь за попу? Надеюсь. Что это вообще за место? Блять. Ты, сука, серьезно? Мне наверх идти. Блять, что это? Мне реально надо возвращаться назад. За сраным гарпуном. А я думал, он не нужен. А это что такое? Отправить что-нибудь в операционную? Нет. А. Слышь, мать, иди на улицу. Опять. Ехай наверх. А потом вниз. А потом сюда иди. Потом туда иди. Потом туда, сюда, блядь. Туда, сюда, обратно. Тебе мне приятно. Давай. Почему бы нет? Либо дали поуправлять, пока я в лифте стою, бездельничаю. Эх. Жиза. Как эти открывающиеся двери задолбали? Ну, не так сильно задолбали, как некоторых. Я знаю, некоторые люди вообще их ненавидят. Просто настолько ненавидят, что аж вырезают все к чертям. Ну, это где-то процентов 30 времени. 30% времени уходит только на открывающиеся двери у игры. Ну, не знаю, как-то мне так не бесят они вообще. Видимо, я привык к долгим загрузкам. Хотя это даже не загрузки, это просто анимации дверей. Потому что я в любое время могу переключиться из одной карты, угла карты, в другую карту, угол карты, потому что у меня персонаж там находится. Мне не нужна при этом анимация открывающейся двери. Д. Ребекка. Кстати, не засек время, сколько я начал играть в это говно. Ну, предположим, ровно начал играть. Уже 10 минут, предположим, прошло. Предположим, я не уверен. Где-то часик поиграю. Хотя тут играть осталось от силы 5 часов. Ну, 6 часов от силы для меня. Сколько я клёвый такой. Так, Ребекка, ползи наверх, как Спайдермен. Не зная страха. Неведом тебе страх, Ребекка. Давай. Че это за мыши? Там какая-то клетка с тварями. Или что это? Записька. Читаю полностью. Дневник заведующего лаборатории. Сегодня директор Маркус попросил меня сменить пароль на выход на платформу.
Когда я спросил, откуда этот фораль, он сказал, что взял его по детей, своих детей. Однако директор не доверяет людям, он не женат. Какие тут могут быть дети? Что он имел в виду? У него есть дети? Он не нашел Марк. А, дети, постой, вот этот волосатый. Да, я же сразу предположил, что этот волосатый хмырь, это его сын. Точно. Наследник, блин, всего управления. Ебать, опять канистра с бензином. Ну, сорян, никуда ее деть. А можно использовать гарпун в качестве того, чтобы спуститься вниз? Так не говори, что он мне еще понадобится. Понадобится. Давай, Ребекка. Нас сейчас за попу укусят. Ебать, ноги! Нахуй! Говно! Говно, светлячки. Блин, они теперь ползать будут тут. Фак! Надо было его сжечь, наверное, да? Прямо за бутылку. Да. Блин, бутылка! Точно, надо было его сжечь. Они, такие эти твари сжигаются. А интересно, мне вот, я не в курсах. Спешать. Выбросить, да. Я вот не в курсах. Есть, можно ли, имеется ли тут возможность раздавить всех этих тварей? Как это называется? Пиявки. Дети. Постой, ну, как бы он сказал, дети, значит, у него их много. Не только этот сын. А где остальные дети у этого волосатика, у этого пенсионера? Что это такое? Коллекция образцов пиявок. Нажать на кнопку. Ну давай. Сейчас что-то будет. Одна из капсул светится. Взять предмет. Капсула с пиявкой. А где пиявка? Я вижу какое-то говно только. Будто на нее кто-то садился. Да. И чё? Чё это такое? Точно там пиявка. Капсула содержит образец пиявки. Крышка закручена намертво. Похоже, она закрыта с помощью какого-то материала. Какого-то материала. Там же я находил листочек. Там было написано то, что смешивание какой-то травы, что-то какую-то серную кислоту дает. А там что-то еще же написано. Там, вот это можно прочитать? Нет, нельзя. Смешивание каких-то трав дает серную кислоту. Полки забиты говном, карта. Ебать, еще один замок. Охренеть, карта лаборатории. Офигенно, я теперь в подземной лаборатории нахожусь. Пока замок, вторая локация, разбит. Он разбит. А чё били? А, кстати, куда? Куда? Я буду одна тут бегать, как дура? What the fuck? Ребекка, чё делать тебе, мать твою? Где я? Что это? Здесь есть кнопка, нажать на нее. Давай. Not bad. Но это что, не нужно нажимать на нее еще раз. Естественно, мразь. Ебаться. Стой, там же били саны. Нет? А чё такая музыка, как будто меня жрут? Били? Я думал, тебя жрут. Пардон. Карта. Значит, я здесь закрыто, здесь открыто и здесь открыто. Но там сохранение при этом есть. Закрыто. Окей. Давай сюда пойдем. Why not? Что это за комната? Еще канистра. Видимо, мне придется долго их сжечь. А, дверь. Дверь закрыта. Вы не можете ее открыть. А если я ножом бы разбил стекло? Если бы у меня был нож. Бутылька.
А это что такое стоимость? Прыгать отсюда слишком опасно. Это какой-то паровоз. Бутилька. Взять бутильку. Вы не можете взять бутильку. Почему? Потому что. Я хочу бутильку. Дай мне бутильку. Не, спасибо. Бутилька плюс мотилька. Да, бери. Смешать. Excellent. Что-нибудь возьмешь? Да. Да. 18 у меня ячеек сохранений. Стоит ли сохраняться сейчас? Может выстрелить? В стекло? Я бы разбил стекло и перелез через него. Если оно, конечно, разбивается. Не все стекла разбиваются, прям как жизнь. Блять, эта музыка меня пугает. Очень сильно. Окей. Еще я побегу сохраняться, крича: спасите, помогите. Так, еще какую-то дверь. Ох, мать твою. А это что за дверь? Эта дверь открыта. Хорошо. Это что за комнатушка? А, светлой биологической жидкостью. Полностью функционирует. Патроны для Билли, которые ему никогда не достанутся. А, меня за жопу кусают! Помогите, спасите! Сука, мне же плохо теперь будет. Болеть будет ножка. А если я в зомби превращусь? Так не работает, к сожалению. О, газ я нашел красный. Он смешивание красного и зеленого газа, получается серная кислота. Но это не точно. Выращивание пиявок 3 февраля 78 года. Я начал сведение прародителя 4 подобных пиявки. Они выживают в основном за счет охоты, паразитирования и размножения. Такой набор инстинктов как нельзя лучше подходит для биологического оружия. Какое-то время они пребывали в агонии, но вскоре успокоились. С качеством наблюдения каких-либо значительных изменений нет. 78 год, 10 февраля. С момента введения вируса прошло 7 дней. Появились первые признаки трансформации. Длина пиявок увеличилась вдвое. Они успешно отложили яйца, численность которой также удвоилась. Удвоилась. Постой, а чё они 4 красных? Они как бы 4 красных? Вот. Однако вследствие аномального аппетита среди пиявок возник каннибализм. Я лишился двух ос... Чё, загадка, что ли? Типа, сначала было у вас 4 пиявки. Потом две особи стремительно... Лишился двух особей, стремясь накормить их. 8 марта 78 года. Я решил дать ему живую пищу, при этом половина пиявок погибла от сопротивления жертвы. Однако пиявки совершенствуют свою тактику нападения и постепенно переходят от индивидуальной формы существования к колониальной. Кроме того, они полностью отказались от каннибализма. Столь поразительная эволюция переходит... Тьфу ты, блядь, превосходит мои ожидания. 22 апреля 78 года пиявки отказались от индивидуального поведения во всем, кроме охоты, и начали действовать в каком-то смысле как коллективная общность. Я дал им пищу, и они атаковали ее с поразительной эффективностью. Тьфу, блядь. Я совсем читать не умею уже. 30 апреля. Правильно привык уже про себя читать все это время. Похоже, кто-то из сотрудников заметил мои опыты. Что если попробуют людей в качестве пищи? Интересно, как они отреагируют пиявки? 3 июня. Сейчас как-то стремительное время идет. Сегодня прекрасный день. Пиявки начали
копировать мою внешность. Вау, вот это уже... Значит, это этот Маркус, что ли? Они видят во мне отца, мои прекрасные детки. Я вас никому не отдам. Дети. Тут какой-то заговор. И чё? А вот то, что она там покрашена, вот 4, 2, половина. Это какая-то головоломка, да? Блядь, не то. Внимание. Я сейчас сдохну, внимание. Внимание, внимание. Говорит Германия. Похоже на какой-то химикат. Засыпать набор для смешивания. Да, зеленый химикат уже есть набор для смешивания. Добавить химикат? Да. В результате смешивания красного и зеленого химиката получилось стерилизующее вещество. Разделительное вещество. Смотреть. Может растворить множество видов материи. Во-во-во-во-во, смотри. Блять, смешать. Охуеть. Смотреть. Пиявка. Е-мать. Точно пиявка? Что-то... Ну... Синий талисман специально сделанный в форме пиявки. А это даже не пиявка. Окей. Похоже на какой-то химикат, надо засыпать его. Да. Красный. Теперь у нас есть красный химикат. А это что такое? Кажется, это устройство обеспечивает подачу газа в соседнюю комнату. В данный момент оно пустое. Газ. Какой еще, мать его, газ? Нет никаких газов. И вообще скоро помру такими темпами. Кем мне синяя пиявка? Что? Куда мне сунуть? Так, это оборудование работает. Значит, сюда, да? Да, читать совсем не разучился уже. Стыдно, стыдно. Ну ничего. Так, я же не отсюда пришел. Отправить что-нибудь в библиотеку. Най. На нахуй, на. Бутылка. Кто ты? А ну покажись. Блять, я ж пошутил! Сука, не убивай! Он сдох? Ах, Тунга! У меня чего? У меня ничего нет. У меня пиявка синяя есть. Синяя пиявка. Давай сожжем. Хрен ли нам терять. Бутылка. Че у тебя говно? Ты не хочешь никуда синюю пиявку ставить? Что делать? Как хер его знает, что делать. Го, погуляем, посмотрим, что еще здесь есть. Ой, во-первых, тут есть дверь. Очередная дверь, которая закрыта. На ней изображено украшение в виде пиявки. Какой-то предмет. Окей, ладно, сюда мы попадем. Ага. Тут есть хилочка. Хилочку надо взять. Никогда не знаешь, что укусит тебя за задницу в следующий момент. Еще есть хилочка. Вот это уже страшно. Какой-то химикат. Засыпать его набор для смешивания. Да, красный химикат уже есть. Добавить туда зеленый. Да. Получилось. У вас все получилось. Старая мойка, вся в ржавчине. К тому же она очень грязная. Еще одна аптечка, еще одна записка. Доклад эксперта номер один. Совместно с президентом Спенсером.
Доктор Маркус основал корпорацию Umbrella. Это какой год? Umbrella. Исчез 10 лет назад. Результаты его исследований все это время держались в тайне. Но здесь, в учебном центре, который руководил доктор Маркус, стало понятно почему. Точнее, не в самом здании, а в его подземной части. Все прояснилось только когда мы спустились вниз. Там мы нашли доказательства, подтверждавшие, что доктор Маркус занимался исследованием прототипа Т-вируса под названием «Прародитель». Неопровержимые факты многолетних экспериментов, в которых роль подобных исполняли сотрудники компании. Корпорация Umbrella. Точное число используемых нам. Испытуемых нам неизвестно. Но судя по имеющимся у нас сведениям, таких было не менее 20 человек. Некоторые из них использовали намеренно с целью защиты секретов компании. Не знаю, где находится доктор сейчас, но учитывая недавний скачок в развитии Umbrella, мне трудно представить, что такие исследования ведутся до сих пор. Нет, его эксперимент жив и продолжает развиваться в этой крошечной тьме. Это создание, плоды его исследований. Ими кишит весь комплекс. Остальные страницы отсутствуют. Окей. Не, если я так буду читать, может, когда-нибудь научусь читать. Вообще-вообще. Прям вообще-вообще. Давай туда вставим что-нибудь. Типа вот этого говна использовать. Окей, оно подошло идеально. Ничего не произошло. Возможно, вы используете тот ключ. Чего, блядь? Чего, блядь? Что делать? Ничего не произошло. Не тот ключ. По-моему, меня наебывают. Бюст на Маркуса. Куда можно ставить какой-то предмет? Сюда что-то еще ставить надо. Синий талисман специально сделан в форме пиявки. Ничего не произошло. Возможно, вы использовали не тот ключ. Наверное, зеленый нужен. Стопэ. Сменить. Нет. Не нужно использовать это сейчас. Похоже на какой-то химикат, поэтому да, стерилизующее вещество уже есть, набор для смешивания, добавить их химикат, да, в результате смешивания зеленого химиката с стерилизующим веществом получился красный химикат. Во как. Похоже на какой-то химикат, да, красный получился говно. То есть мне нужно сейчас вернуться к красному. Смешать. Мяу. Мне нужен зеленый ключ, это синий ключ. Я же правильно все понял? Чё-то за твою мать. Нет. Блять, Билли, I need you help, мотафака. Шуделет. Может ему отправить этот гарпун, и он обосрется в результате. Я хуй знает. Чем ему гарпун управлять, чтобы он наверх поднялся? А как мы не спустимся? А где найти голубую жидкость? Ебать! Ебатя. Иди сюда. Я тебя сожгу. Сатана, Иуда, Люцифер, паскуда!
Он сдох? А где мой патрон? У меня был патрон, куда-то пропал. Понятно, две эти штучки, и он сдох. Красный химикат здесь. Ёпа, мама. Окей, красный... А, вот синий ключ сюда. Здесь есть устройство для набора. Невозможно использовать. Пропавшая деталь. Вот синий ключ сюда. Точно, 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 точно. Смотрите, он сгорел, и теперь пиявок нету. Сраных. Синий ключ, зеленый ключ. А я думал, может как-то типа взять зеленый химикат, смешать его с синим ключом, и тогда он поменяет свою краску. Смотри-ка, не. Так, Ребекка. Аду, мазафака. Отправить что-нибудь? Да, я хочу отправить туда синий клатч. Пока. Билли, короче, нам надо что-то выкинуть с собой. For real pistol. Главное потом не похерить этот пистол. Пригодится всегда. Без пистолета всегда пригодится. Синий талисман взять, да. Окей. Ай. Не сюда. Вот сюда. Так. Сейчас как вставим. Я вставил. Он подошел идеально. Замок разблокирован. Ну. Знаешь, могла дверь сама открыться. Если у вас, блядь, такие замки у двери, они могут и сами открываться. В виде почтовых ящиков, причем замки. What the fuck? Yeah. Билли. Че за говно? Тут что-то блестит. Блестит. Тут есть что-то еще, записка, наверное, 100 пудов. Фотография какого-то длинного. А, это его сын длинный. На обороте что-то написано. Джеймсу, 1939 год. О, ебать, это было так давно. Празднование твоего выпуска. Это было так давно? Это, блин, так давно. Он должен уже пенсионером быть, а он до сих пор молодой, как я. Если даже не моложе. Чё, ты читать тоже не умеешь? Судя по возрасту, этот парень, скорее всего, сын Маркуса или его внук. Так вот, именно, что он его сын. А эта дверь открыта? Да, блин, не та кнопка. Да, эта дверь открыта. А чё это за колба я взял? Ступай. Посмотреть. Чё это такое? Нужна для того, чтобы запустить монорельс. Окей. Патрушки, сохранялочки. Вот сейчас у меня есть желание сохраниться почему-то. Патрушки, патрушки, патрушки. Ладно, брать не будем пока. И сохранялочку тоже брать тем более уж не будем. Загадочный объект. Загадочные объекты плавают в воде. Почему бы не разбить эту штуку нам с тобой? Ты меня за жопу не кусай! Ебать! Лежать! Не двигаться! Я из рации только что достал патрон.
Я опасен. Ай-яй-яй. Так. Ладно, хоть из рации, а не из другого места. Тоже неплохо. О, Америка. Дай пиявку. Спасибо. Вы не можете взять эту вещь. Блять. Блять. Сыросли? Чё так и не сделаешь ради говна? В зубах бы донес ее, что ли? Ну карманов у тебя нету. Да. Патроны выкинул, пистолет выкинул. Все ценное, самое ценное, жизненно необходимое выкинул. Даже аптечек нету. Тропадан последний, то отнимут. Я уверен в этом. Правильно, когда у тебя ячеек для переноса предметов всего 6. Приходится выбирать. Или. Выбор. Он всегда такой сложный. Я все равно за пистолетом и потрошками. Я же не буду всю игру с дрободаном бегать, как дурак. Или буду. А, пистолет тут. Отправить, да. Отправить вот это. Может, эту штуку тоже отправить сразу ей? Бип. Почта Единой России. Рыбак, ты еще жива? Тут кое-что есть внутри. Вау, что же смешное? Да, обязательно закройте с собой. Да ладно, не унывай, что-то подруга. У нас 6 еще огненных. For real pistol. Yeah. Хочу ли я сохраниться сейчас? Не знаю. Господи, соседи разорались, как обычно. Садишься играть, они орут. 5 часов. Уже такая тьма тьмущая, это жесть просто. Идеально подошла. Оу, щит. Оу, щит. Оу, щит. 122 патрона. Да, чё? Перекинь, пока лежит. Ноги трупа источают вонь. Остальные части тела опознаются с большим трудом. Ебать. Ты чё? Всё? Реально ноги трупа. Фу, воняет. Это что такое? А, это газ. Это газ. Это газы, это патроны. Тело в мешке для трупов. Ощущение подсказывает вам, что оно лежит там целыми веками. Не целиком. Стерилизующее вещество, да. Стерилизация нам сейчас необходима. А это что за писька? Похоже, на камеру используют для хранения трупов. Изнутри доносится ужасный запах. Ужасающий запах. Я, кстати, от этого ужасающего запаха захотел выпить. Выпьем за это. Так, и кто-нибудь напомните мне, куда эту канистру сувать. Блин, Resident Evil такая потрясающая вещь. Сначала ты бежишь в одну комнату, чтобы забежать в другую комнату, и потом в третью комнату. С одной стороны, гениальный просто. И работает, что самое главное. И между этим еще вот между одной комнатой и другой комнатой поставишь пару зомби, и получается хоррор. Survivor horror. Так, куда это говно вставлять? Сюда. Они же встанут, да? Бульк. Надо сохраниться.
Чувствую, из моего сердечка надо сохраниться. Ох, не нравится мне это. Что за газовая камера? Ох, чувствует, мое сердечко надо сохраниться. Сука, что делать? Что делать? Пойду сохранюсь. А где? Ладно. Артём, не ссы. Все будет пучком. Блин, я пожалею об этом. Сейчас она как захлопнется, как включится, как? Не, пизды. Ладно, пару зомби меня... А, они пугают. Это не страшно. Пару зомби, это не страшно. Так, что тут есть? Кнопочки, хуёпочки. Ключ, ключ, ключ. Питомника. 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 Ключ питомника. Что здесь ключ питомника делает? Ебать, питомник. Это что за Лёва? На ключе выгравированные морды какого-то странного монстра. Страшного монстра. Это какой-то то ли змей, то ли Лёва. Ну, кошка какая-то. Какой-то Лёва-мутант. КТ-мутант. Кстати, КТ-мутант у меня под ногами что-то делает. И куда этот ключ тыкать? Есть предположение. Там есть комната, тут есть комната. Можно сюда попробовать его воткнуть. Можно туда попробовать его воткнуть. Можно вообще сохраниться. Тоже неплохо. Сюда? Чонька. Сюда, да, он ключ вставляется. Да, я хочу сохраниться. Потому что я не хочу все потом перепроходить. Да. Церковь Ребекка 0,9. А это 0,11, да, уже? 10. Почти угадал. Машинный зал. Так, теперь стоит узнать, куда ключ тыкать. Дверь заперта, вы не можете открыть ее. И ключ, она не подходит. Угу. Что такое питомник? Ну, я даже не смею предположить, как он выглядит, питомник. Ну, там типа клетки с питомцами на ней. Сюда? Да, точно. Это просто странная лестница. Да, кажется, этот ключ вам больше не нужен. Выбросите его. Да, выкидывай, если он не нужен больше. Why not? Питомник, реально. Дверь как у питомника. Как-то так я себе... Да, вот как-то так я себе представляю питомник. Куча клеток. И цепей. Ха! Стоять, не двигаться. Ха-ха-ха. Так, куда идти? Чё за нах? Стопы. Тут ничего нету. Блять, ну нахуй так жить. Как хорошо, что я сохранился. Зачем? Оле, оп, ачивка. Я молодец. Я молодец, а вы трупы. Опа, листочек из питомника. Питомник, доклад от биоорганической ассоциации. Доклад о биологическое оружие. Фу, блядь. В предыдущих исследованиях вирус-прародитель вводился непосредственно в организм. Но проблема была не только в результате клеточных изменений.
уничтожавших первичную ткань, стало очевидно, что такой подход совершенно неприемлем с точки зрения управляемого оружия. Следует отметить, что для обеспечения дальнейшего развития организма необходимо работать над улучшением межклеточной связи. Пытаясь найти решение, я провел ряд экспериментов. Это мой доклад. Насекомые. Существуя с древних времен, эти организмы зашли в частичный эволюционный тупик своего развития. Даже после введения вируса прародителей единственные видимые изменения проявлялись только в гигантском размере и избытке энергии. В текущем состоянии практически невозможно использовать их в качестве биологического оружия. Земноводные. Странно, но после введения лягушки вируса прародителя увеличивается ее язык, а также сила прыжка. При этом полностью отсутствуют какие-либо изменения в области интеллекта. Ее животные инстинкты резко и усилились, после чего она стала хватать все, что движется. Ее недостатки в качестве биологического оружия вполне очевидны. Млекопитающие. Вирус-прародитель вводился в клетки обезьяны, и его гены попадали в оплодотворенную яйцеклетку. В результате новорожденная особь демонстрировала повышенную агрессивность. Замечено также некоторое развитие интеллекта. Эх, спина чешется. При этом наблюдается побочный эффект. Снижение энергии и обострение слуха в результате ответной реакции. Так или иначе, приматы не соответствуют требованиям биологического оружия. А как же на человеке? К тому же, без экспериментов на основе человеческого организма вряд ли стоит ждать дальнейших успехов. Вот так вот. Я и говорю, надо на человека использовать. А собаки млекопитающие. Окей, короче, на всех тыкали на все подряд, начиная от тараканов, лягушек и кончая людей, люди-зомби. Что это? О, да, я знаю, куда это втыкать. Блять, вот сначала в одну комнату, потом назад в другую комнату. Это, так это все играется. Потрясающе. Минус две лягушки зато. Я победил. Я победил две лягушки. Конец. Так. Откуда я пришел? Сюда, да? Не уверен. Я не помню. Сюда я пришел. Ух, ебать, что-то бок заболел аж. По-моему, соседей слышно лучше, чем меня. Но это не точно. Так, куда втыкать эту дрянь? Циферблат. А пароль? 4, 2, там что-то 5. Отправить что-нибудь, да. Сейчас отправим посылку. Билли, лови. Билли, держи. Это для тебя. Билли такой, бля, настало мое время. А я постою тут, пока посмотрю в потолок. Билли такой, о, да, дадут мне наконец поиграть сегодня. Okay. Да, взять. Там же куча каких-то бумажек лежат. Там какие-то разработчики, что ли? Не, это не точно. Пистолет. For real pistol. Так, куда втыкать эту дичь? Ну, точнее сюда. Сейчас как Билли воткнет. Блин, дверь. Так, сюда. Туда, сюда, обратно. Нет, не сюда. Туда. Да, сюда. Во. А пароль кто не знает? О! Черт бог, блин! Устройство снова работает. Вести комбинацию. Да! А, я что, знаю, что ли? Введите первое число. Погоди!
Погоди, сын, отмена. 4, 2, что там, 5. А, навыки, файлы. А, доклад биодневники заведующего лаборатории. Нет, нет, записи выдающиеся всех пиявок. Выращивание пиявок, мать ее. 4. Удвоилось. 8. 4, 8, 2. 4, 2, 4, 2, 4, 8, 2, 5, 4, 8, 2, 5, 4, 8, 2, 5, 4, 8, 2, 1, 4, 8, 2, 1. Похоже, гравитация оказалась неверной. What the fuck? 4. Удвоилось. 4. 8. 2. Да я понял. Погоди. Ах, мать твою. Записи о выращивании пиявок. Так. Проводитель, 4 подобных пиявки. Окей, 4. 4. Начнем с 4. 4. Они откладывают численность, которых также удвоилась. Удвоилась. 4, 8. 4, 8. Аппетита среди пиявок возник каннибализм. Я лишился 2. Значит, 4, 8, 6. 4, 8, 6. Я дал... Охренеть, при этом половина пиявок. 4, 8, 4, 8, 6, 3. Да? Дверь заблокирована. Фью. Что там? О, я знаю, что надо делать. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? It's great. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Только дай мне теперь эту штуку от моего монорельса. Чего, блядь? What? What? А это что такое? Здесь есть рубильник. Отпустить его, да. Хвала яйцам. Теперь я знаю, что делать. Так, это окей. Это что такое? У меня есть ячейка свободная? Предохранитель. Катушка. 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 А у кого кто-нибудь знает, где гарпун наш? Так. Гарпун. Где он? Откуда я пришел? Мне нужен гарпун. По всей видимости, мой гарпун. Куда я пришел? Не отсюда. Отсюда, да? Это не точно. Куда это просто комната ведет? Куда это вообще ведет?
Я же отсюда пришел, да? Фью. Ребекка, где гарпун? Вот он. Нет. О, Ребекка. Да. Погоди, а это что такое? А, ну отсюда капсулу взять с червем. С глистом, с пиявкой. Угу. Такс, такс, веники, быники. Ели вареники. А тут что? А тут это питомник. Точно, значит, не сюда. Кроме ничего нету? Кроме ничего нету, да. Так я и подумал. Факье. Что это такое? А в Москве минус 11 градусов. Так, а здесь что? Я уж все забыл, что здесь. Ну тут мне делать больше нечего, я так понял. В любом случае. Угу. А постой, как это делать нечего здесь? Там же я не был. О, 23. Нифига себе, как много. Я могу сейчас прям сохраниться, и мне ничего за это не будет. Спуститься, да. В принципе, я думаю, так и поступить. Билли, куда это ведет? Пиу, как Спайдермен. Че, какую-нибудь жопу опять вернусь. Оу. Не, нифига. Билли, я крутая. Билли, я тебе конфет принесла. Так, устройство регулирующее входное и выходное напряжение. Вы можете использовать его для запуска монорельса. Вы не можете использовать его. Устройство регулирующее входное и выходное напряжение. Понял, понял. Сюда одну штуку, туда другую штуку. Вы открыли дверь. Чи, чи. Ой, будь здоров, спасибо. Давай, Билли, теперь ты нам нужен. Билли, ты нам нужен. Билли. Подняться по лестнице? Да. Сейчас куда-нибудь поедем. В жопу мира, как обычно. Неведомо куда. А тем временем я уже час играю в это говно. Оно все не хочет заканчиваться. Стой, женщина. Так, эту штуку, значит, сюда втыкаем. Угу. Так, женщина, ты, кстати, что-то мне должна дать. Все работает. Че, мы поедем далеко-далеко? Гималаи, увези ты меня. Гималаи. О, монорельс активирован. This way. Okay. Я женщина, я командую. Блять. Не та кнопка. А у меня есть типа лекарства?
Типа лекарства у меня есть. Травку возьму с собой. На всякий случай. Че, сохраняемся? Счетная машинка сохранится? Да! Да, да, да. Почему бы нет? Ребекка, сохранить, да. Так. Думаю, на этом пока хватит. Продолжу в следующий раз. А может не продолжу? Может продолжу? Блять, выйди отсюда. Ладно, все хорошо. Так, что там? Галерея. Сколько? 71% игры пройден. Осталось немножечко. Вот это только. Одну и еще две штучки. Одна страница и две ячейки. Это почти вся игра пройдена. Идем к успеху. Фиг ли. Можно даже сегодня пройду все. Это не точно. А может не пройду все. Это тоже не точно. А может даже завтра продолжу. Ладно, окей. Увидимся в следующий раз.